Идем с Жориком в магазин. Вот такая у нас тут целина по улице. Хочу сказать о том, что бег по глубокому снегу. Вот этот снег так порадовал нас. Сегодня 31 марта. Завтра 1 апреля. Пошли. 1 апреля, кто бы сказал бы, такой снег, никому бы не поверил. Вот. Так и о чем? Ходьба и бег по глубокому снегу очень хорошо развивает мышечный и двигательный аппарат собаки. Вот. Не хуже, чем плавание. Вот, поэтому пользуйтесь и никогда не пренебрегайте этим. Тут вот машины даже не проедут. Сегодня никто не ел. Ну, сегодня-завтра он растает и будет, конечно, потоп. Ага, но для собак это кайф. Сюда. Для собак это полный кайф. Пошли. Вставай. Не лети. О, ну тут уже ехали машины. Вот, а мы идем по целине. Пошли, пошли, пошли. Пошли, мы в магазин идем. Ну да, пошли. На школе тут почистили, конечно. Немножко не почистили. Наверное, просто наездили машинами. Ладно. Это такой момент хотел сказать. Вот, не пренебрегайте снегом, не ленитесь, выходите гулять. О, атакуют нас. Нельзя! Нельзя! Иди сюда, пошли. Нельзя, нафиг они тебе надо. Пошли. До новых встреч.